20-долларовая купюра начинает свой путь как чистые листы бумаги размером 60 на 60 сантиметров. Захват отправляет их в пресс для нанесения фоновых изображений на обе стороны. Размер листа позволяет напечатать на нем 32 купюры, то есть 640 долларов США. Хотя на вид это бумага, на самом деле этот материал ближе к ткани. Это смесь из 75% хлопка и 25% льна. Это нужно для того, чтобы купюры долго служили и не расползлись, если их забыли в кармане и отправили в стиральную машину. Также в бумаге каждой купюры идет защитная нить. Нити видны только после изготовления, на свету. В этой бумаге нити идентифицируют купюры как двадцатки. В бумаге также подмешаны красные и синие волокна. Есть водяные знаки на каждой купюре. Все эти меры защиты затрудняют подделку. Чтобы начать печатать деньги, листы по одному отправляют во все на печатный станок. А внутри станка на вращающиеся печатные формы наносится краска. Вот одна из форм. Она наносит на купюру американских орлов. Когда форма покрыта краской, изображение переносится на резиновый валик. Затем отпечатывается на бумаге. Каждая купюра выходит из станка синим орлом и словами «20 долларов», напечатанными на лицевой стороне, и двумя группами крошечных желтых двадцаток на обратной стороне. Листы бумаги печатаются стопками по 10 тысяч с 32 купюрами на листе. Когда процесс будет завершен, эта стопка будет стоить 6,4 миллиона долларов. Фоновые изображения сохнут 8 часов. После чего можно печатать другие, начиная с оборотной стороны. На двадцатке это изображение Белого дома, которое наносится только зеленой краской. В станке блестящую стальную пластину с выгравированными 32 белыми домами покрывают краской. Затем станок утирает пластины насухо, так что краска остается только в клише. После этого бумагу прижимают клише с усилием 50 тонн, чтобы вдавить в бумагу текстуру, рисунка и краску. Такой тип печати называют глубокой печатью. Ее применяют для денег, потому что она дает более детализированное изображение, чем все другие виды печати. Кроме того, в изображении появляется текстура. Изображение сохнут трое суток. Затем печатают лицевую сторону купюры, используя тот же метод глубокой печати. Клише покрывает краской трех цветов. Большая часть изображения, включая портрет президента Эндрю Джексона, печатается черной краской. Маленький орел у плеча Джексона наносится металлической краской, а цифра 20 в правом нижнем углу печатается краской, которая меняет цвет. Цвет изменяется, когда вы поворачиваете купюру, что также затрудняет подделку. Рисунок на лицевой части, как и на оборотной, после нанесения сохнет 3 дня. Затем листы двадцаток разделяются на вибростенде, чтобы проверить их на наличие дефектов. Для контроля купюр быстро движущийся конвейер проводит листы под камерами, которые получают фотографии всех 32 купюр листа. Затем края больших листов обрезают, а листы разделяют пополам, оставляя по 16 на лист. Если все купюры на полулисте прошли контроль, они готовы для последней печати. Этот станок ставит на лицевую сторону печать государственного казначейства и Федеральной резервной системы. 11-значный номер. Свой для каждой купюры.
Затем купюры разделяются на пачки по 100 листов. Эту операцию делают резаки из карбидостали. Сначала по горизонтали, получая ленту двадцаток, затем по вертикали, отделяя двадцатки от ленты. Аппарат оборачивает 100 купюр специальной лентой. А потом несколько пачек пакуют вместе со скоростью до почти 5 миллионов купюр. То есть примерно на 96 миллионов долларов двадцаток ежедневно. Но купюры не имеют никакой стоимости, пока Федеральный резерв не отправит их в один из своих банков, который запустит их в обращение. Только после этого такая пачка двадцаток будет стоить кругленькую сумму. 2000 долларов.